Чуваши всегда интересовались мировыми культурами, дни китайского языка, фестивали аутентичной музыки, восточные выставки. История и культура Шотландии также стали предметами изучения школьников и студентов. Помимо шотландских танцев, в Чебоксарах популярна и шотландская поэзия. My heart's in the highlands, a-chasing the deer, a-chasing the wild deer, and following the roe. My heart's in the highlands, wherever I go. Очередной вечер шотландской поэзии прошел под темой Рождество. Как всегда, он посвящен дню рождения Роберта Бёрнса. Для северной страны он, как для России, Александр Пушкин. Но в этот раз границы вечера расширили. Организаторы объединили историю разных народов, и стихотворения исполнялись на родном языке поэтов. Очень похоже на нашу культуру своей широтой, своей добротой. И как-то сразу втянулись и решили, что мы хотим тоже, чтобы эта культура у нас развивалась. С каждым годом любители поэзии в красно-зеленую клетку становятся все больше. Появляются новые идеи и мысли. И это все для того, чтобы объединить людей и разные культуры. Екатерина Куприна, Расиль Мухаметов, Республика.